Mi bandito, gangsterito, mi costeto e pistoletto. Oh yes. Mi strillando, un divanto, un radando toieto. Oh yes. Banco tresto, presidente. O grablando un momento. Oh yes. Isaento, regisento, naснимanto, кинолento. Ну что, здорово, двурукие. Как вы уже поняли, я сейчас начну проходить мафию. В прошлой серии я побегал в обучение. Вот. Ну а сейчас я заведу дело, свидетель. Ну я тут хотел, конечно, написать свое имя, но я буду здесь играть как некто. Вот, так, и для начала я думаю в настройках. Так, графика. Звук. Музыку я, наверное, выключу. Потому как в начале, ну вот в первой серии, точнее, у меня авторские права появились, и как бы не буду рисковать. Так, ну я думаю, начнем. Пролог. Gathering of Developers представляет. Игра производства Illusion Softworks. Так. Мы сильные. Должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Послание апостола Павла к римлянам, глава 15, стих 1. Интересно. Заставочка какая. Да, графон, конечно, графон, видно, что старенький. Ну, это естественно, игра-то вышла вон когда. А когда, кстати, она вышла? В 2002, по-моему. Мафия. Да, сейчас бы проходить старенькие игры в 2К17-18. Ресетные машины такие ездят. Прикольно. Нравятся такие машины. Это прям заставка к фильму какому-то. Да. Долгая, долгая уже, затянутая с титрами. Да, все, мафия где-то едет. Тревожная музыка. Lost Haven Queen. Корабль называется. Да, если бы я играл в эту игру в то время, когда ее выпустили, наверное, для меня графоний был бы вообще офигенным. Наверное, как и для всех тех, кто играл тогда.
Так, я на самом деле не помню, смотрел ли я эту заставку, но мне кажется, что я ее смотрел в обучении. Да, я ее смотрел, так что я ее пропущу. Так. Вот так. Так. Осень 1930-й. Одно время я работал таксистом. Несмотря на то, что приходилось работать день и ночь за гроши, у меня хотя бы была работа. Таксист. Мафия едет, да? Это были тяжелые времена, и многим приходилось похуже, чем мне. О, стрельба. Ясно. Как раз такси и стало причиной моего знакомства с ребятами Сальери. Наверное, от них надо угонять. Потом будет. Я вот как чувствую. Да, погоня. У меня был перерыв. Я только что поставил машину и вдруг услышал звук страшного удара. Бабах, услышал. Сэм, ё-моё, в меня попали! Вставай, давай сюда. Здесь такси. Мы выберемся. Стало ясно, что эти ребята хотят поскорее убраться оттуда. Поэтому я решил, что лучше помочь им, чем позволить продырявить мне башку. Шевелись, давай. Да, это хорошее решение. Куда едем? Куда угодно. Быстрее, черт подери, окей, быстрее. Поехали. Еще быстрее, чем Сэм. И я рванул. Чуть не оставил покрышки на дороге. Только бы убраться подальше от джентльменов, которые преследовали моих новых клиентов. Теперь слушай внимательно. Нам нужно стряхнуть хвоста. Так вот. Мы не сможем нам гоняться. Это тоже касается. Так что давай, погнали. Они прилетят нам как лететь. Я думаю, быстрее. Господи. Давай, не по нам конец. Шевелись, а то я пристрелю тебя раньше. Ага, они не отстали. Хочешь заработать будет как лайк? Обожаю погони. Так. Это я, наверное, затупил сильно. Так, надо по встречке ехать. Я так думаю. Так, ой, сейчас, наверное, одного там прибьют. Опа. Давай, не то нам конец. Так, едем. Здесь они все еще у нас на хвосте. Да, пока на хвосте. Вроде как. Осторожненько. Ой-ой-ой. Придурок, гони! Шевелись! Я не хочу умирать! Придурок, гони! Так, гоним. Хочешь сработать дырку в голове, а? Какие давай, они приставучие. На карте вон давай, красная точечка, конец. Я пытаюсь от них уехать. Так. Шевелись, они все еще у нас на хвосте. Ты не можешь чуть побыстрее? Господи. Так. Я не хочу умирать! Давай, не то нам конец. Так. Да я гоню, гоню. Не ругайся. Сэм, стреляй! Сэм, стреляй! Сдохни! Шевелись, а то я пристрелю тебя раньше. Я не знаю, но машина открыта, что ли? Так. Ты не можешь чуть побыстрее? Так, готов. Мое такси! Стрельнись! Мое такси! Че-то мы как-то медленно едем.
ребята, ну вроде отстали. Нет, они не отстали, зараза. Вот. Все. Провалил миссию, ну ничего. Я думаю, что попробуем еще раз. Осень того же года. Так. Погнали. Так. Так, погнали, пока они там. Хочешь сработать дырку в голове, а? Пока они там разворачиваются, я поеду. Что произошло-то? Не понял. Сильно врезался, что ли? Ну, бывает. Так. Нам нужно стряхнуть и поставить. Если не сможем, нам конец. Тебя это тоже касается. Так что жми на газ, пацан. Так. Шевелись, они все еще у нас на хвосте. Я не хочу умирать! Ага. Да ё-моё. Так, давайте. Так, наконец, выехал. Я уже хотел выходить из игры и заново начинать. Так, едут за нами. Опа-на. Так. Ты что, серьезно? Я стараюсь. Так. Куда-нибудь сюда. Мне кажется, или машина правда медленно едет? Так. Я вас размажу, гады. Получай. Я не знаю, там сейчас получай. Один мужик с 15 очками жизни умрет. Если будут так тормозить. Осторожно. Сдохни. Так. Что-то я Шевелись, они все еще у нас на хвосте. Пройти не могу этот квест. Квест миссия. Квест. Ой, человек, извини. Попробуй иногда. Так, ладно. Стой! Быстрее. Знаешь, но это же не гоночная машина. Все путем. Хорошая работа. Теперь вези нас в бар с Алией. Я подожду. Так. Кажется, мне нужно ехать по компасу. Так.
правильно то хоть еду. Да, мне кажется, правильно. Ага, ясно. Здесь они как в GTA. Понятно. То есть не останавливаются. Ладно, оторвались, и то хорошо. Осталось только вот за 5 минут доехать. Так, ну, я надеюсь, с такой скоростью доедем, куда надо. Да, обожаю, конечно, такие погони, в кавычках, потому что с этим делом у меня... С этим делом у меня проблемки, как вы могли уже заметить. Именно по этой же причине я не смог пройти GTA. Кек. Так. Долго едем, что? Да чё ты... Чё ты... Такой нервный. Ох, как меня крутит. Ой, бензина нет. Доеду я хоть без бензина. У меня такое ощущение, что мне пробили колесо. И поэтому меня вот так вот крутит. Прям жестко. Так. Ну, пока вроде правильно еду. Скажем так, медленно, но верно. О, с горки хорошо ехать. Главное сейчас... Ох, люблю опасные вещи. Так, куда сейчас? Сюда, да, сюда. Так, надо бы мне осторожнее на поворотах быть. И стараться поворачивать на небольшой скорости. Нет, нет, не заблудился. Так, сейчас. Ну тут единственный поворот. Ну, чуть-чуть осталось. Я думаю, что за сколько-то минут я успею доехать. Так, главное не торопиться, спокойненько едем. А то обязательно вмажусь в что-нибудь. Вот как... Не сейчас, например. Так, пропускаем всех. Так. Ну... Я думаю, я успел их довести. Там уже наша цель прямо по курсу. Да, приехали.
Да, но это было непросто. Сэм тебе кое-что передаст от мистера Салье. Окей. Спасибо за помощь. Ага. Вас тут чуть не убили. Одного из вас. Ну, сидим, ждем. Правильно, что еще делать? Не было тогда электронных сигарет. Ну, твое лицо, когда увидел электронную сигарету. В 1930 году. Да. Ну-ка. Опа-па. Напряженный момент. Так, можем, давай, заводись. Так, я готов. Мистер Сальери хочет поблагодарить тебя. О. Мы с Полли присоединяемся. Пронесло как. Это в качестве возмещения за испорченную машину и в знак благодарности. Да, конечно, спасибо. Передайте поклон мистеру Сальери. Мистер Сальери хочет, чтобы ты знал, что он очень признателен. Если тебе что-нибудь понадобится, можешь прийти и попросить о помощи. Мистер Сальери не забывает друзей, которые помогли ему в трудную минуту. Если хочешь, мы бы могли найти для тебя работу здесь. У нас всегда есть место для хорошего парня вроде тебя. Ладно, ладно, я подумаю над этим. Спасибо. Правда, спасибо. Я лучше поеду, проверю машину и все такое. Хорошо, я понимаю. Обдумай мое предложение. Я надеюсь, ты понимаешь, что все должно остаться между нами. Будь осторожен, парень. Ну, если бы я связался с бандитами, я бы отреагировал так же, наверное. Когда я открыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Там было куда больше, чем стоил ремонт машины. Но я даже и думать не мог об их предложении. Я не хотел иметь дело с преступниками, будь у них хоть все деньги в мире. Лучше быть бедным, но живым, чем богатым покойником, верно? Я собирался починить машину и как можно скорее забыть об этом деле, но, как любила говорить моя мама, никогда не знаешь, что Господь припас для тебя. Это точно. Так, ну, эту миссию я, наверное, пройду уже в следующей серии. Почему в следующей? Потому что, если честно, мафию я скачиваю уже второй раз. Потому что я мафию скачиваю уже второй раз. И первый раз я записывал серию, я выполнил первую миссию, дошел вот до этой, и игра на этой миссии под названием «Бегущий человек» у меня просто вылетела. Я попробовал второй раз пройти эту миссию, игра у меня вылетала и второй раз, и третий раз, ну и так далее. Вот, и если кто-то сталкивался с этой же проблемой, напишите в комментариях, кто как ее решал. Просто дело в том, что в интернете я смотрел, кто-то говорит, что все дело в совместимости с Виндой, так как я играю на восьмерке. Вот. Когда я играл первый раз, я пытался решить проблемы с этой совместимостью, и у меня ничего не получилось. У меня игра все равно вылетала. Ну, и я все решил переустановить. Ну, как видели, первую миссию я прошел, но вторую я оставлю на
следующую серию, да. Вот. Собственно, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Всем до встречи. Мы бандиты, гангстериты, мы кассету, пистолеты. Ой, yes. Мы стрелянто, убиванто, украданто, то и это. Ой, yes. Банко тресто президента. Ограблянто, un momento. Ой, oh, yes.